13 миллиардов тенге необходимо на ремонт тепловых сетей в Экибастузе. Об этом во время встречи с представителями партии «Аманат» заявил исполняющий обязанности руководителя «Экибастуз Теплоэнерго». Начать ремонтные работы специалисты планируют весной. Пока же тепло в домах горожан периодически продолжают отключать. Раиса Маргунова продолжит. С начала объявления режима ЧС в Экибастузе чиновники и энергетики не укладываются в сроки своих же дедлайнов. Обещали разрешить ситуацию в ближайшие недели, потом до конца года. Теперь же крайний срок – конец января. Масштабные работы по восстановлению ТЭЦ и сетей начнутся только по завершении отопительного сезона. В Экибастуз Теплоэнерго назвали примерную сумму, которая понадобится для ремонта тепловых сетей – 13 миллиардов тенге. Но пока нет ни экспертизы, ни проектно-сметной документации. Понятно, в один год 13 миллиардов мы не освоим, но в этот год уже надо где-то около 6-7 миллиардов вкладывать в ремонтную кампанию станции и тепловых сетей. Мы сформировали объемы работ, которые необходимо делать. Остальное все еще формируется. Аким города рассказал, что уже идет подготовка к весенним гидравлическим испытаниям. Износ сетей составляет 90%. Только на их ремонт понадобится порядка 700-800 миллионов бюджетных тенге. Мы уже начали процедуру передачи сетей, то есть процедуру принятия на баланс местного исполнительного органа всех сетей теплоснабжения города. Параллельно по договоренности с акционерами ЦАЭК и Экибастуз Теплоэнерго ведется работа по разработке проектно-сметной документации по основным проблемным нашим тепломагистралям. Речь идет сейчас на сегодняшний день о том, чтобы 100% объектов тепловых сетей передать на баланс города Экибастуза. Да? И вот из 400, сколько там было, 20 километров тепловых сетей, вот 340 это порядка Экибастуз Теплоэнерго, а остальные 80 это остальные организации, в общем, частники там и так далее. Да? Вот сегодня Аким мне лично заявил о том, что они все эти сети берут на свой баланс. Жалуются в Экибастуз Теплоэнерго и на кадровый голод. Люди не хотят работать на монополиста из-за низких разрядов и невысоких зарплат. Дефицит сотрудников – 30%. На заседании Комитета энергетики при партии «Аманат» глава Казахстанской электроэнергетической ассоциации заявил, что наблюдается бесконтрольный отток специалистов и нехватка сотрудников на предприятиях. Это проблема всего Казахстана. Удалось нам в рамках законопроекта внесение изменений в дополнение некоторых законодательных актов по вопросам реализации отдельных поручений главы государства в закон о естественных монополиях внести норму, позволяющую в течение пятилетнего утвержденного тарифа вносить корректировки по заработной плате. Это очень хорошая норма. На заседании Комитета энергетики при партии «Аманат» презентовали и проект закона о теплоэнергетике. Документ предусматривает новую тарифную методику и экономически обоснованные тарифы, а также субсидирование цен на электроэнергию и бюджетную поддержку уязвимых категорий потребителей. Раиса Маргунова, Арман Якубов, Астана Таймс, Павлодарская область.